Добрый день. Добрый день. Добрый день. Привет. Здравствуйте. Здравствуй, красавица. Привет. Здравствуй. 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 Привет, Николай. Привет. Привет. Олег, открой окно, дышать нечем. Привет. Здравствуй. Давай, Петрович, последний прием. Последний, слава богу. Аллочка, сколько сегодня? 160 с чем-то. 5 школ, 3 ПТУ и 1 ТУ. Цифры. Так, с вопросами поосторожней. Надя, особенно ты, с принципами демократического централизма, ты это любишь. Сейчас начало 4-го, в 9 должны закончить. Всем ясно? Хорошо. А как у нас с процентом роста рядов? Плохо у нас с процентом роста рядов. Если дело так пойдет, придется всех по второму разу в комсомол принимать. М-да. Аллочка, приглашай. Командир, все готово, вы 10 на Приморце. Вот так, да? Хорошо. Тихо! В 83-ю школу заходите. Здрасте. Добрый день. Здрасте. Товарищи члены бюро, решением комсомольского собрания 8-го Б-класса 14 мая 1981 года в ряды членов Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи приняты Николаева Галя, Рудаков Виктор, Коноваленко Света, Карасев Сергей, Галушкин Сергей, Батев Тимур, Печенкин Вячеслав, Акимова Наташа, Александрова Лена, Беленец Антон, Быков Саша, Елисеев Саша, Кулагин Вова, Кутергина Маша, Слынько Олеся, Кузнецов Алеша, Павлов Алик, Власова Настя, Статин Саша, Чайников Сергей, Легков Слава, Михеева Света, Великотная Наташа, Полегонько Андрей, Куканов Вова, Лахтаева Маша, Великая Ира, Романова Света, Шагин Павел, Коваль Денис, Вершацкий Владимир, Голиков Олег, Дмитриев Алеша, Тимофеев Андрей, Матвеев Алексей, Зуева Юля, Ерофеев Саша, Попов Эдик. Решение собрания утверждено комитетом комсомола школы. У комиссии есть замечания, предложения? Нет, хорошо. Встань, пожалуйста. Я? Да, ты, встань. Как тебя зовут? Дмитриев Алексей. Скажи, Алёша, сколько орденов у комсомола? Девять? Нет, не девять. Подумай еще. Начинается. Так как полуночи не закончим. Врожденцы, прости господи. Шесть? Правильно. А за что был дан комсомолу самый первый орден? За революцию? Нет, Алеша, не за революцию, а за гражданскую войну. Будут еще какие-нибудь вопросы? Замечания? Нет. Садись, Алеша. Как тебя зовут? Реднова Наташа. Как? Реднова Наташа. Наташа,
Каких комсомольцев-героев ты можешь назвать? Зоя Космодемьянская, Олег Кошевой, Ульяна Громова. А из нашей современности? Кандауров Слава. Я. Скажи, Слава, ты физорг класса. Занятие физкультурой и спортом – это право или обязанность члена ВЛКСМ? Обязанность. Правильно. А почему? Потому что комсомолец должен защищать родину и готовиться, чтобы стать воином. Правильно. Садись. У членов бюро есть еще предложение? Замечание? Нет. Есть предложение. Утвердить решение первичной комсомольской организации 83-й средней школы Краснопролетарского района о приеме в комсомол учеников 8-го Б-класса. Есть другие предложения? Нет. Встали. Встали, встали, встали. Товарищи, от имени Краснопролетарского районного комитета комсомола поздравляю вас со вступлением в ряды членов Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи. Надеюсь, что вы будете достойными продолжателями славных революционных, боевых и трудовых традиций нашего союза. Всего вам доброго. Комсорг, останься. Профессионально-техническое училище номер 12. Встань, пожалуйста. Как тебя зовут? Александр. Александр, ты можешь сказать, что такое принцип демократического централизма? Это действие снизу кверху. В комсомоле? Да. А основные права и обязанности членов ЛКСМ ты знаешь? Знаю. Какие? Ну, во-первых, комсомолец должен относиться к своим поручениям. Выполнять их. Если это будет сказано вышестоящим членам ВЛКСМ, руководителем. Это обязанности, а права какие у комсомольца? Уплачивать членский взнос. Кулагин Геннадий. Скажи, Гена, вот ты хочешь быть комсомольцем? А почему? Потому что хочу быть в первых рядах советской молодежи. Правда? Правда. Правильно, Гена, садись. Товарищ член бюро, есть другие вопросы? Нет. Есть предложение принять в члены ВЛКСМ учащихся 12-го профессионально-технического училища. Есть другие предложения? Нет. Товарищи, от имени Краснопролетарского районного комитета комсомола Thank you.
Прессик. Елена, я тебе серьезно говорю. Я тебе серьезно говорю. Помнишь, когда у Коли помидорки. Ну и как там? Там Чесноков над первым чахнет. Выпаривает себе место второго. Ну, подержи. Кто его двигает? Ну, ты задаешь наивные вопросы. Во-первых, Околотков. Он ведь тоже наш краснопролетарский. Он сейчас на хозяйственный уходит. Значит, кого-то в горкоме своих оставить надо? Надо. Во-вторых, кого как Николю? Он из первых старей самый крепкий. С анкетой в порядке. С партией ладит. Любимец Ковалевского. Все вопросы решает, включая финансовые. А как доклады читает? Народный артист. Ну и в-третьих, воспитанник Королёвой. Кто это? Страшно подумать. Королёва — это уровень. Командир, ты кадровый вопрос решать собираешься? Насчет второго? Сколько ж мне в зафоргах сидеть? Я ведь тоже в росте нуждаюсь. А тебе два слова сказать Ковалевскому, и все в порядке. А, командир? Суетись. Сначала слет провести надо. Потом поговорим. А я не могу не суетиться. У меня папы нет, который за меня мою судьбу по вертушке встраивать будет. Александр Иванович, вы не слышали, кто у нас на первое идет? Не бойся, не ты. Ну, скажи, кто? Чесноков, что ли? Нет. Чесноков больше второго себе не выпарит. Вот только Чеснокова нам первых не хватало. Переначат это лучше. Хоть не так долго гноить будет. Николай Петрович, с легким паром. Чувствуется, умеет расслабиться. Рука поставлена нормально. Ну так... Чуть сидишь ты. Давай, разливай. И вот сюда. Сюда. У всех? У всех. Повод всем известен? Я не первый год на этой работе. И со всей ответственностью заявляю. Есть мнение, что это лучший уход за всю историю краснопролетарского района. А может быть, даже и города. И это мнение верное. Второй секретарь горкома — это уровень. Ты, Николай Петрович, по праву выдвинут на это место. И мы надеемся, что как бы высоко ты ни вознесся, ты не забудешь нас, твоих соратников, нашему дорогому Николаю Петровичу. Гип-гип! Ура! Гип-гип! Ура! Гип-гип! Ура! 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 Николай Петрович, не будем лицемерить до дна. За Николая Петровича до дна. До дна, до дна, до дна. Так. Так. 40 секунд. 40 секунд. Наполнили. 40 секунд. Слово предоставляется Николаю Петровичу Шумилину. Ну что ж, друзья. Повод, как верно отметил Олег, известен. Повод, с одной стороны, радостный. Повышение есть повышение. А с другой стороны, печальный. Почти 5 лет мы были вместе. И то отрадное обстоятельство, что райком
стабильно занимает первые места в городе практически по всем позициям. Это результат нашей совместной работы. Я не знаю, кто придет на мое место, но с таким аппаратом можно горы свернуть. Я хочу выпить за то, что объединяет нас всех. За комсомол. За комсомол, который дал нам все. Воспитал нас. Сделал стойкими борцами за дело партии. Ну и мы комсомолу должны дать все без остатка. И так надо жить всегда. На каком бы месте мы ни оказались. За Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи. За комсомол. Коля, Спасибо. Николай Петрович, можно с вами? Николай Петрович, можно я вас поцелую? Обязательно, вот сюда. Это сильно. Это сладко. Ну, старик. За комсомол. Так, разливай. Главной традиции. Наш третий традиционный тост. Посмотрите вокруг. Кто нас окружает? Кто помогает нам сделать жизнь счастливее и радостнее? Конечно, они. Наши девушки. И что бы стоил комсомол без наших несравненных, очаровательных, отдающих себя без остатка, комсомолу соратниц. Нашим. Все правильно понимающим девушкам. Гип-гип! Ура! Гип-гип! Ура! Гип-гип! Ура! 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 Хорошо над Москвою рекой услыхаться дня на рассвете. Только нам по душе небовой. Мы сурово времени дети. Комсомольцы. Yeah.
Ребята! Ребята, дорогие мои. Главное, что мы верим. Главное, что мы вместе. А пока мы верим. Пока мы вместе. С нами никто никогда ничего не сделает. Не сумеют. Это я вам говорю, никогда! Горком со мной пойдешь? Новая машина сразу же. Пойду. Останови. Целую неделю здесь, на Яковлевском подземном руднике, сегодня достигнута 500-метровая глубина на сооружении нового шахтного ствола. Работу ведет бригада заслуженного строителя Российской Федерации, кавалера ордена Трудового Красного Знамени Виктора Дмитриевича Чернышова. Не спишь? Здравствуй. Боржоми кончился. Ты где был? С активом провожали меня. А что? А то, что мне все это надоело. Сыта по горло. Что тебе надоело? Что? Все! Что все? Все! Что все? Все! Мне надоели твои пьянки под названием «Встреча с активом». Проститутки, комсомольские активистки, бани, сауны и возвращение домой в 5 утра. Твои друзья, их видеть не могу. Галечка, познакомься. Это Леша. Зав. Отделом. А это Петя, инструктор ЦК. Выпьем за комсомол. Ты что говоришь? Ты что, с ума сошла? Значит так. У меня нет мужа, а у моей дочери нет отца. Ребенок у нас общий. Это тебе на суде расскажут, какой он у нас общий. Вот так, да? Надоело тебе. А квартира тебе не надоела? А работа не пыльная? А в Японию по спутнику? А продукты из оптовской лавки не доели? Пьяный возвращаюсь. Ты что, девочка маленькая, не понимаешь? Это моя работа. Чего ты улыбаешься? Думаешь, мне приятно с этими рожами квасить? Нравится очень, духовно обогащает. Это часть моей работы пить с ними. В комсомоле работает не только головой, но и печенью. Правда? А для чего все это делаю? Здоровье гроблю. Из райкома не вылезаю. Для того, чтобы у меня, у тебя, у Ленки все было, ты чтобы семья! Ты идиотку не держи! А девки? Это тоже часть твоей работы? Ты можешь хотя бы в такой день обойтись без этого? Сначала хотела идти к Ковалевскому. Я сейчас подумала, Бог с тобой живи. Горбатова могилу исправит. Все. Я развожусь с тобой.
Вот так, да? Вот так. Это все плохо кончится. Рано или поздно она пойдет к Ковалевскому или к кому другому. Или письмо напишет. И все. Якорь. А на нашем знамени, как известно, не должно быть ни одного пятна. Умерла бы ты, что ли? У тебя какой-то порок врожденный, все время жалуешься. Это был бы выход для всех. Ленка у бабушки не пропадет. И слет. Черт его побери. Слет. Как я люблю тебя, малыш. Портвейн. Портвейн розовый. Убери собаку. Капитан Мансуров, инспектор следственного отдела районного отделения. Что здесь произошло? Значит, ночью через незапертое окно преступники проникли в помещение райкома. Предположительно, распили 3 бутылки портвейна. 2 из них лежат под столом, 1 разбита о подоконник. Пили из кубков городской спартакиады.
Один кубок исчез. Возможно, украден. Кроме того, исчезло знамя. Вот так, да? Как исчезло? Куда исчезло? Это же знамя. Я вас спрашиваю! Это провокация. Кто вчера оставался последним? Я. Но окно открыл Олег. Вы его попросили открыть. Кроме того, подростки разбили несколько хрустальных ваз, как утверждают ваши сотрудники, чешского производства. Почему вы думаете, что это подростки? Взрослые преступники, как правило, не совершают таких бессмысленных действий и не оставляют столько следов. Я попросил бы вас, пока ваши предположения не стали фактами, держать их при себе. Не думайте, что это несчастье одного райкома комсомола или мое личное. Это беда всего района, советских и партийных органов всего краснопролетарского района. И это налагает на вас особую ответственность. Николай Петрович, извините, вас вызывает Ковалевский. Собирай бюро. И уберите все здесь. Бюст ко мне в кабинет. Ну ладно, пошли. Ты знаешь, что когда полк теряет знамя, его расформировывают? Знаю. Знаешь. Ничего ты не знаешь. Я тебя расформирую, твою мать. Билет выложишь на стол! Почему знамя оказалось в зале заседания в твоем кабинете, как это полагается по инструкции? А? Молчишь. В горком собрался. А милиция утверждает, что это подростки, как пить дать членов ЛКСМ. Это только предположение, Владимир Сергеевич. В общем, так. Я из-за тебя свою шею подставлять не хочу. Пятно с района ты должен смыть. Загадил, оттирай. 2 дня тебе даю. И попробуй только мне завалить слет. Иди работай. Постой.
Кто у нас по образованию? Учитель. Учитель истории. Ладно, иди. Да. Наслышаны. С чем районный комсомол пришел к юбилейному слету? Мы в свое время другим встречали. Сводку дай, пожалуйста. Пожалуйста. Товарищ член бюро. Начинаем внеочередное заседание бюро райкома ВЛКСМ. На повестке дня два вопроса. Первое – вчерашнее чрезвычайное происшествие в райкоме. Второе – подготовка к юбилейному слету. Есть замечания по повестке дня? Нет. Принимается. По первому вопросу. Что именно произошло, вы все знаете, подростки, как утверждает милиция. А я склонен согласиться с милицией в этом вопросе. Я не верю, что эти подростки носят на груди комсомольский значок. Но все равно это не снимает с нас вины. Тень брошена на всю районную организацию. Да. Ответственность с нас никто не снимает. Из райкома украдено знамя, знамя районной организации. На фронте полк, потерявший знамя, расформировался. Мы-то, кажется, не на фронте. Мы на идеологическом фронте. А члены бюро, даже если он член бюро всего неделю, не понимать этого значит проявлять политическую близорукость. Мы отклонились от главного. Это происшествие стало возможным благодаря преступной халатности третьего секретаря райкома Надежды Комиссаровой. Комиссарова оставалась в райкоме последней и обязана была обеспечить сохранность знамени и зала заседания. Она этого не сделала. Есть мнение, что такой проступок ставит под сомнение возможность пребывания Комиссаровой в должности секретаря районного комитета. Товарищи члены бюро райкома, кто за то, чтобы освободить Надежду Геннадьевну Комиссарову от обязанностей секретаря по работе с учащейся молодежью за грубейшие ошибки, допущенные в работе, прошу поднять руки. А выговор нельзя, она ведь не нарочно. А как мы будем выглядеть в глазах рядовых комсомольцев, от которых мы требуем принципиальности и честности, если мы своих работников будем ограждать от заслуженного наказания? Тем более за такие поступки. Грош нам тогда цена, как комсомольским вожакам. Кто против? Кто воздержался? Единогласно. Окончательный вопрос об освобождении Комиссаровой будет решен на пленуме райкома комсомола. Извините. Извините меня.
Алла. Помогите Надежде Геннадьевне. Хорошо. О подготовке к слету в рабочем порядке доложит Чесноков. Через 2 часа прошу всех членов бюро быть во Дворце спорта на генеральной репетиции приветствия. Сейчас все свободны. Заседание бюро объявляю закрытым. Николай Петрович! Я... Простите меня! Я подвела лично вас и всю организацию. Я очень устала вчера. Искупить. Здравствуйте, Шумилин. Что-нибудь продвинулось? Дело надо не заводить, а делать. У меня такое впечатление, что вы недостаточно понимаете всю сложность случившегося. Валерьевич, миленький, вы что расследуете? Кража белья во дворе. Вы понимаете, что случилось? Из райкома украли знамя. Да. Да, да. Понимаю. Как только что-нибудь станет известно, пожалуйста, сразу сообщите мне. До свидания. Какие-нибудь новости? Идиот. Докладывай. По позициям? Естественно. Первая позиция — президиум. Будут Ковалевский, Околотков. Герой Советского Союза — генерал-лейтенант Панков. Герой социалистического труда — ткачиха Саблина. Делегат 18-го съезда ВЛКСМ — Гуркина. Пока все. Хорошо пригласить космонавта и актера какого-нибудь узнаваемого. Ветераны. Им уже дозваниваются. Двоих хватит? Хватит. Так. Вторая позиция — твой доклад. Все отделы свои куски сдали. Кроме Мухина, конечно, я их свел. Вот, можешь пройтись рукой мэтра. Пресса и телевидение схвачены. Что с залом? Во Дворце спорта уже все развешивают. Так, третья позиция — скандирующая группа. Подстраховали студентами из театрального института, они уже репетируют. Когда кричат «Ленин, партия, комсомол», хочется встать и заплакать. Все? Все. Молодец. Олег, у тебя есть цель в жизни? Есть. Стать вторым. А потом? Потом уйти хорошо. Допустим, зампредом райисполкома. А выше? А выше мне не надо. Больно падать будет. Я пойду. Иди. До свидания. Угу. До свидания. Смирно! Thank you.
Значит, ты сейчас начинаешь. Приготовились. Сегодня по всей стране огромная в жизнь воплощает партийный наказ. Должна экономика быть экономной. Это правило. И для нас. У нас в стране славных годов. Ответ один. Всегда готов. Ну как? Эпос. Спасибо. 18-я позиция, заполняем из зала. Заишников обещал присылать первые курсы педагогического. Мои подошлют делегации с предприятий, организаций. Подстрахуемся школьниками. Если в зале будет хоть одно свободное место, можешь расстрелять меня при попытке к бегству. Я продолжаю. 16-я позиция. Транспортом для пионеров занимается Шестопалов. Письма в автохозяйство отправили? Отправили, я проверил. 17-я позиция. Сцена, президиум, контакт с администрацией, звукорежиссура. Этим занимается Мухин. Обещал решить в рабочем порядке. Разговариваю с ним сам. Значит, ничего не сделано. Значит так, если это осталось в неделе, а у вас кто навалялся? Ни на одной позиции ничего не сделано. Вы что думаете? Мне это нужно? Это им нужно! Все советские были нужны! Значит так, если в 4 часа не будет машины, ты и ты повезете людей на собственном горбу! Вам ясно? Сколько раз я тебя просил, почему не сделал? А как я мог это сделать? Что? Почему не сделал? Так вот и я его об этом говорил, что он не сделал, почему это делаешь? Сколько раз можно говорить? Лучше... Жарко. Налево! Стой! Раз, два! Приготовились к стихотворному приветствию. Реет над нами победное знамя. И словно клятва доносится клич. Мы счастливы жить в одно время с вами. Я-то тебе секретаря возил с Приморского райкома. Недолго. Его за что-то аппарат не взлюбил. Ну и после каждой ревизии стали недосчитываться 2-3 комсомольских билетов. Чистых бланков. Сняли. Он теперь на теплоцентрале инженером вкалывает.
Я по образованию учитель. А аппарат во мне души не чает. Можешь пообедать. Да. Сюрпризик. Шпана. Они могли и в горком залезть. Да я-то все понимаю, что ты мне объясняешь. Ну, коль твое назначение, это ты сам понимаешь. Это тебе уже не просто аморалка с пьянкой. Это дело политическое. Знамя. Если все это до Москвы дойдет, представляешь, не оберешься. Ну, слопать-то мы тебя не дадим. Об эвакуации думать надо. Я-то в чем виноват? Я, что ли, должен отвечать за то, что третий секретарь забыл закрыть окно? Ну, коли ты мне задаешь такие наивные вопросы, на то мы ответственные работники, чтобы отвечать за все. А ты не расклеивайся, жизнь на этом не кончается. Твоя первоочередная задача на должном уровне провести съезд, слет. И так, чтобы это... Ты меня понял? Куда едем? Теперь только Королева. Надо было сразу же к ней. Это прикроет железобетонной стеной. Номенклатуру ЦК секретаря обкома партии. Она им рты позатыкает. Конечно, Королева, как я раньше-то не подумал. Так. Надо ресторан и ключи от квартиры у Кузнецова взять. А поедет. Все-таки года 4 прошло. Поедет. Колодков, сволочь трусливая. Разреши пожать твою мужественную руку. Наслышан о высоком назначении. Город гудит в ожидании банкета. Не забудь про меня. Ну, пока. Так куда едем, Николай Петрович? Гидрине матери. Вам можно? Добрый день, Людмила Александровна. Коленька, вспомнил старуху наконец. Спасибо. Садись. Прекрасно выглядишь. Да куда там прекрасно? А вот ты действительно хорошеешь. Это что, высокие посты обладают такой чудовищной силой? Стишь. Коленька, обманываешь старушку. Садись. Спасибо. Ты как? По делу ко мне? Нет, просто так, покалякать. Как в райкоме? Все так же. Слет готовим юбилейный. Ты приедешь, я буду очень рад. Но если ты будешь рад, конечно, приеду. Чай, кофе? Насчет чая и кофе. У нас в районе открылся новый ресторан, весьма фешенебельное место. Ты осчастливишь меня согласием на дружеский ужин? Осчастливлю? Когда? Да хоть сегодня. Сегодня не могу. Послезавтра смогу. Отлично. Значит, завтра к вечеру я позвоню.
Обязательно поможет. Коленька, милый, извини, но в этой ситуации со знаменем я ничем не могу тебе помочь. Владимир Сергеевич, вы ждали мне 2 дня. Вы же мне утром обещали. Что я тебе обещал? В горкоме уже знают, что случилось. Я сообщил. А ты что хотел? Чтобы я у себя в районе такие сюрпризы скрывал? Пойми, Николай, тебя может спасти только чудо, если милиция сегодня-завтра найдет знамя, пока не дошло до Москвы. Ты хороший работник и очень много сделал для района. Но такая уж у нас работа. Место мы тебе найдем, постараемся, чтобы наказание было минимальным. Да и вот что, насчет преемника. Думаю, лучше кандидатуры, чем Чесноков, у тебя нет. Так? В общем, будь мужиком. Вот и все. А Чесноков молодец, достиг все-таки. Что теперь? Эвакуировать директором школы? В лучшем случае врано. Сеять разумное, доброе, вечное. Хоть наказание минимальное. И на том спасибо. Машины, наверное, через неделю уже не будет. Слет свалим и все. Надо Ленкины вещи успеть с дачи перевезти. Нехорошо с комиссаровой получилось. У нее же действительно, кроме райкома до пионеров, ничего в жизни нет. Мужа бы ей. Вот как все вышло-то, Владимир Ильич. Николай Петрович, вы не забыли, у вас сегодня собрание на заводе. Вас уже ждут, Ноздряков звонил. Иду. Победным шагом идет наш комсомол. Несколько месяцев отделяет нашу страну от 26-го съезда Коммунистической партии Советского Союза. Срок небольшой, но каким плодотворным, каким насыщенным был этот период. Под испытанным руководством партии одержаны новые крупные успехи. Динамично растет экономика. Сделан крупный шаг вперед в развитии промышленности и науки. Рекордным урожаем зерновых увенчался минувший год. Укрепляется обороноспособность страны. Повышается народное благосостояние. И мы по праву гордимся этим. Товарищи, основное внимание будет уделено, и на практике это уже делается, разработке принципиально новых машин, аппаратов и комплексов. Нам, современникам, участникам принятия новой конституции... Почему, Господи?
По-особому дорого. Почему именно сейчас? Дорого, потому все же было так хорошо. Строки. Основной закон страны пронизан величайшей заботой. Кому я что плохого сделал? Кому и мешал? Только потому, что единодушным одобрением Конституции советские люди вновь продемонстрировали свою беззаветную преданность идеалам Великого Октября, делу коммунистической партии. Все свои успехи и достижения наш народ неразрывно связывает с плодотворным ленинским курсом коммунистической партии Советского Союза. Здесь, в этой живой, причем не всегда гладко идущей работе, уйма материала для раздумий. Огромный вклад Леонида Ильича в разработку и осуществление внутренней и внешней политики КПСС, утверждение ленинского стиля руководства, его опыт и реализм являются образцом... Правильно говорят, в комсомоле друзей нет, есть подельники. ...заветного служения партии и народу. Непосредственным руководством товарища Леонида Ильича Брежнева обеспечивается коллегиальная, плодотворная деятельность Политбюро и секретариата ЦК КПСС. Разрешите в заключение выразить надежду, что комсомольцы нашего завода и впредь будут в авангарде социалистического соревнования, верными помощниками партии, продолжателями славных боевых и трудовых традиций советского рабочего класса. Спасибо за внимание. Товарищи, какие будут вопросы к докладчику? Нет вопросов, переходим к прениям. Я хочу сказать несколько слов. Товарищи, слово предоставляется первому секретарю Краснопролетарского райкома ВЛКСМ, товарищу Шумилину Николаю Петровичу. Товарищи, я слышал доклад Ноздрякова, написанный за него инструктором райкома. И мне было гадко, как никогда в жизни. Потому что все, что прочитали вам с этой трибуны, это ложь. Нету комсомола завода. Никаких успехов. Вы это знаете лучше меня. Знаете про грязное и вонючее общежитие, в котором вы ютитесь. Про изношенное оборудование в цехах. Знаете и молчите. Вот потому и превратился комсомол. Для таких, как Ноздряков и подобных ему в кормушку, около которой они теснятся, вырывая друг у друга выгодные должности, всевозможные блага. А кто вас превратил в послушное стадо, которое загоняет, когда захотят, на такие вот собрания? Вам что, здесь интересно? Весело? Нравится очень? Нужен вам такой вот комсомол? Кого вы боитесь? Вот этих людей? Не бойтесь. Они сами всего боятся. И в первую очередь вас. Поверьте мне. Я это вам все говорю, потому что я это знаю. Потому что я сам такой же, как они. Спасибо за внимание. Добрый день.
Галю Шумилину позовите, пожалуйста. Галя, я согласен на развод. Ну, ты прекрасна. Тем более согласен. Глубокие перемены происходят в жизни колхозных крестьян. На социальную структуру села большое влияние оказывает сближение двух форм социалистической собственности. Развитие межхозяйственных отношений, в которых участвуют и колхозы, и государственные предприятия. Немалое значение имеет изменение форм организации, оплаты труда колхозникам, распространение на них системы социального обеспечения, установление для установленных для рабочих и служащих. Все это, товарищи, ведет к тому, что Ленин характеризовал ответственность за то, чтобы огромный потенциал, созданный советским народом, пользовался по хозяйству с полной отдачей. В 80-е годы, как вы знаете, будет действовать ряд факторов, усложняющих экономическое развитие. Один из них – сокращение прироста трудовых ресурсов. Другой – увеличение затрат в связи с освоением Востока и Севера, а также неизбежный рост расходов на охрану окружающей среды. Коля, мне нужно с тобой поговорить. К этому надо добавить, что тебе надо? Немало старых предложений. Чего вам всем от меня надо? Предприятий, требующих... Ты тоже хочешь написать Ковалевскому? Да. И без чего этого мало! Не бейте на меня! Связь. Ты, сука. Связь у нас... Я кричу, потому что мне плохо. И никто в этом не виноват, понимаешь? Никто. Ни враг, ни глупость чья-то. Тупой случай, который перечеркнул мне все. Я 7 лет трудился, как проклятый. Моя дочь забыла, как я выгляжу, потому что я делал, а не как все! В нем учитываются и конкретные условия, в которых будет возвращаться, развиваться страна. Главная задача 11-5-летки, говорится в проекте, состоит в обеспечении дальнейшего роста благосостояния советских людей, на основе устойчивого поступательного развития народного хозяйства, ускорения научно-технического прогресса и перевода экономики на интенсивный путь развития, более рационального использования производственного потенциала страны, всемирной экономики всех ресурсов и улучшения качества работы. Безусловно, предпосылкой решения всех национально-хозяйственных задач, народно-хозяйственных задач и производственных, и социальных, они вам известны. Нам, товарищи, сейчас по силам решения самых больших и сложных задач. Но стержнем экономической политики становится дело, казалось бы, простое, и очень будничные хозяйские отношения. Ладно, не обижайся. Умение полностью... Прости меня. Теперь все будет по-другому. Я разведусь, мы поженимся. Все у нас будет замечательно. Я люблю тебя. Но не плачь. Пойдем куда-нибудь, а? Вместе. В 70-е годы продолжалось сближение всех классов и социальных групп Советского Союза. Пойдем, а? Это объективный, а не стихийный процесс. Важную роль играет... Николай Петрович, добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте. С проверкой? Отдыхать, а ты? Проверяю. Ну, проверяй. Отрубляет выше. Стюрдион, number one. Эй, ребята, что вы делаете? Не задирайте девчонкам, девчонки. Будем это делать чуть попозже. После 11. Коктейли «Салют». У вас ваза не найдет цветы поставить? Вам хрустальную или чешского стекла? Бутылку под столом разопьешь и воткнешь. Вода в туалете. А повежливее нельзя? Ну ладно, ладно, иди, перестарок. Развелась Марамаев. Шума из-за трех. Кого? Семенов Юрий здесь живет? Нет, его дома. А где он? А вы, гражданка, кем ему приходитесь? Мать его. А где он шляется, не знаю. Ну, значит, мы его подождем. Ждите. Хоть на завтрак. Нет, никаких. Ответственности перед людьми, которому ему доверено руководить, перед партией и народом.
И первое, о чем я хочу сказать, это ответственность за выполнение государственного плана. Партия всегда рассматривала план как закон. Будем говорить откровенно. Это очевидно истина, стала забываться. Широкие масштабы приобрела практика корректировки плана в сторону их уменьшения, понижения. Я меньше всего склонен становиться на формальные позиции. Могут быть и бывают случаи, когда корректировка планов необходима. Но это должно быть именно случаи, исключительные обстоятельства. Товарищи, Центральный комитет КПСС уделил постоянное внимание вопросам развития... Что с бабушкой? Инсульт ударил. Полгода назад. Советского общества. Мать-то моя. Совершенствование социалистического образа. А что мы натворил-то? Да вот знамя из райкома украл с дружками. Разорил, значит, там. Все. Это объективный, а чуть не стихийный процесс. Судить будут? Надо думать. По нему тюрьма давно плачет. Ваш сын член ВЛКСМ. А кто его знает? Явился. Здравствуй, Юра. Прощайся с мамой. Как же у тебя рука поднялась, подонок? Че пристал ты? Че, подонок еще? Еще оскорбляет? Ты еще улыбаешься, ублюдок? Давай, скотина! Давай, ублюдок! Ты что делаешь? Не надо! А ну, сядьтесь! Сядьте, я тебя говорю! Ну что, в КПЗ захотелось посидеть, да? Успокой ты ее! Спокойно. Ненавижу! Козел вонючий, ненавижу! Николай Петрович, что с вами? А ты? Свидетели же. Ты, собака. Собака бегавая. Суки. Суки. Ha, 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 ha.
Садитесь, Николай Петрович. Спасибо, я не влезу. Я пешком, 2 квартала всего. Ну, смотрите. Не бойтесь, больше не упущу. До свидания. До свидания. Со мной будет. Боюсь, что ничего хорошего. Ты, Коля, сам себе вырыл могилу и сам себя расстрелял на заводе. Сам? На что ты замахнулся? Теперь все. Готовься к худшему, к вылету из партии. Может, еще что-нибудь можно сделать? Знамя можешь отнести обратно туда, где нашел. Я уже подписал бумагу о предоставлении райкому нового. Дурак ты, Коля. Дурак. Николай Петрович, вас просил зайти к Ковалевски. Просил, зайдем. Ну чего стоишь? Проходи, садись. Садись, садись. Тебя вот компартии вызывает к Алексееву. Регина Васильевна, принесите, пожалуйста, чаю. Комсомольцы завода письма написали в обком, горком. В ЦК еще черт знает куда. Единодушно поддерживает и одобряет твой припадок на собрании. А тут еще наши умники подсуетились. Сначала хотели тебя сумасшедшим объявить. А потом подумали и решили из всего этого безобразия всесоюзный почин сделать. Название придумали. Всесоюзный урок искренности. То есть? Ну, идея такова. Каждый комсомолец от первого секретаря ЦК до рядового должен раз в месяц перед комсомольским собранием устраивать духовный стриптиз. Предложение уже пошло в Москву.
А ты не прост, парень. Утром приходила твоя жена, забрала заявление.